давно мы здесь не были. Сначала, конечно, работа не шла. Сейчас чуть-чуть началось шевеление, инспектор реагирует. Реагирует очень странно. Сначала он выписал обычной машине штраф за нечитаемый номер, а вот за кирпич почему-то всех догоняет, разворачивает, отправляет на мост. Ну ладно, хотя бы так. Инспектор переехал на другую точку Васильевского спуска. Возможно, ему скучно, он катается. Возможно, для того, чтобы в какой-то ловкой месте стать, чтобы перехватывать нарушителей прямо на лету. Посмотрим за ним дальше. О, погоня. А, понеслось. Ух, догонит. Догонит. Краткая лекция на тему того, что здесь ездить нельзя. И, возможно, даже протокол. Сейчас, кстати, будет смешно. Буквально минут 5 назад мимо проходил гражданин, и вдруг в нем где-то внутри заработала громкая рация, и сказали, да это, которые встречку снимают. И после этого началось, все эти перестановки, начали машины кататься, нарушителей ловить и так далее, пресекать. Какой-то шел не очень простой гражданин с рацией, очевидно. Ну и нас, очевидно, узнали. А теперь у нас целых две машины будут сотворить добро. А едешь. Ну что ты, не понимаешь, что ли? Ну, сегодня нельзя, сегодня снимают. Давай, уезжай. Не наказывать, так хотя бы обратно разворачивать. Тех, у кого есть спецсигналы, инспектор вежливо напоминает о том, чтобы их включить. Всем остальным предлагает вернуться на дорогу. Здесь надо два инспектора ставить. Одного быстрого, второго смелого. Смелый будет останавливать, а быстро догонять. Ага, не хватило ксива-то. Сдается? Приехали сдаваться. Да, спасибо, мы поехали. Вам заслужит спасибо. Пожалуйста. Я думал, со мной подольше. Ушел. Но я мы при... не успеваю один. Просто. Я понял, мы приедем еще, не приезжайте. Может, подольше со мной? Мы хотим на Болотную, вас там тоже интересно.